что же нам удалось? Во-первых, сделали вот такую большую плитку, кусок приличный. Вообще 300 квадратных метров у нас тут получилось домик. Здесь еще предстоит нам все озеленить. Это септик, в котором я тоже разобралась. Ворота функционируют нормально. Здесь мы разгребли огромную кучу мусора. То есть еще остаток у нас уйдет кирпича. Тут, как вы видите, вот прямо сделали без порожка. Ну, вот так. Для удобства прохода. Так, ну что, здесь у нас садик. Вот, собаки гоняют птичек. Это вот садовые плодовые деревья. Здесь небольшой уголок, где мы любим посидеть, отдохнуть. Ну и вот занимаемся барбекю. И здесь большая-большая беседка. Вот такой домик. Сидеть здесь очень приятно. И вот такой небольшой цветничок, пока он, ну, мобильный, скажем так. Что еще? Вокруг дома пока еще очень много недоделок. Ну вот с трех сторон, скажем так. Здесь, я думаю, будет такая огородная, может быть, зона. Пока будет только скашиваться, и будем делать хорошие тропинки. Это я самостоятельно уложила дрова. Собаки за мной бегают, гуляют. Вот такая дровница получилась. Ну и вот здесь еще одна сторона, которая тоже будет засажена. Тут пока на передержке всякие кустарнички, растения, которые нам подарили. Вот это вот забавное сооружение, это дренажная система, дренажный колодец. Ну все, просили меня показать внутри. Пойдемте посмотрим внутри. Вон. Так, пока у нас здесь вот так. Еще тоже все требует доделок. Тоже у нас тут стоят наши чемоданы. Здесь гостевая зона. Bathroom. Здесь сауна, которой мы в такую жару, в общем-то, не пользовались. Вот такая сауна. С соляными такими светильниками. Так. Уже у нас появилось зеркало. В общем, такие мелочи, которые радуют глаз. Так, пошли дальше. Это гостевая комната. Она самая прохладная. Сейчас я вам ее покажу получше. Вот такая комната. С видом на улицу. К соседям. Здесь еще планируется сделать телевизор. Пока все тоже в доработке, но уже, собственно, можно ночевать. Так, здесь, секунду, бойлерная. Вот, всякое хозяйство. Это у нас два фильтра. Чистит нам воду. Ну и бойлеры. Так, это зона кухни. Кухня большая. Мне она очень нравится. Вот такая кухня. А здесь, собственно, ну, гостиная небольшая. Пока еще единого стиля нет, он вырабатывается. Пока собираем из того, что есть.
камин. И здесь же вот топка для сауны. И очень большой стол, за которым мы сидим и смотрим в окно. Декорации еще в процессе. Вот такой большой стол. Большие низкие подоконники. Ну и вот еще один выход на улицу. В общем, мы очень довольны. Сделали много.